просто море безумия. Это и вдохновение, это и любовь, это... А, сердце. Чистота, наверное, какая-то. Я устала от этой попсы, мне хочется чего-нибудь другого. Это другой стиль музыки. Скорее, это культ, да. Это целый аукцион. История рассказывает, что в 1978 году в славном городе на Неве родилась группа «Аукцион», сменившая много разных форм и названий, и лишь в мае 83-го получившая нынешний облик, стиль и статус. «Аукцион» — явление уникальное на современной музыкальной сцене бывшего Советского Союза. Эта группа черпает свое вдохновение в очень разных источниках, таких как ска, регги, нью-джаз, этническая восточная музыка, а также бит и поп-музыка 60-х. Группа «Аукцион» вне времени и пространства. Они много путешествуют по всему миру. Не забывают «Аукцион» и наш город Киев. В этом году музыканты посетили столицу Украины 8 марта и устроили настоящий праздник всем своим поклонникам, пришедшим в этот день на концерт. Бьются губы о края, бьются губы о края. Брали руки якоря, стали руки якоря. Вижу реки и моря, вижу реки и моря. Кто ты, стылая земля? Играли в руки якоря. Вижу реки и моря. В небе алая заря. Город алая заря. Месяц алая заря. Вот она, моя заря. Здравствуй, милая моя. Здравствуй, милая моя. Yeah.
Мы не раз, в принципе, выступали в праздники, и 8 марта, и Новый год, там, и там, первомайские какие-нибудь, там, ну, как бы, ну, такая у нас работа, что ли. К этому празднику, как правило, относятся, наверное, женщины, они любят этот праздник, потому что, я, как бы, у меня немножко другое мнение вообще о праздниках, в том числе и 8 марта, потому что я считаю, что поздравлять ту же девушку, я вот люблю, допустим, просто в обычный будний день, неожиданно, спонтанно, мне это больше нравится, настать человеку неожиданную какую-то радость, чем, как все, бегать стадом за какими-то определенными подарками, цветами, там, парфюмом, там, не знаю, и только 8 марта именно дарить, а все остальные дни как будто бы не существуют. Мы здесь совершенно случайно. Вообще мы сюда не собирались, но нас пригласили ребята, как бы бесплатно провели, поэтому здесь оказались. Вот. Не, ну мы, конечно, любим группу «Аукцион». Это был подарок на 8 марта? Да. Как вы считаете, это правильный подарок? Еще как правильный. Я своих женщин провел. Вот две. Это подарок на 8 марта? Да, да, да. Это один из подарков. Хочу провести хорошее время и знаю эту группу. И мой, люблю за оригинальность, в общем-то, не стандартность. Ну, я ушел, да, из-за стола сейчас, там, с вечеринки своих друзей. С праздником 8 марта, девушки! Не болейте, не болейте. С кем это я, должен ли я кому, ей-ей-ей-ему. Где это я? Сердце ли я кому, чтобы мне был День Победы, как это я, жаль себя самому. Где ты, я? Хочется, хочется черную смелую женщину. День Победы, хочется, хочется черную смелую женщину. День Победы, хочется, 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 хочется. Хочется.
спасибо большое. Спасибо, Кирилл. Хорошо. Отдыхайте, лучше вы. Хорошо. Люди приходят, конечно, большая часть приходит людей, которые знают. Есть люди, которые вообще не знают, первый раз, допустим, да, но им кто-то сказал, что это, на этот стоит сходить, допустим, да. Вот. И, как правило, и люди, которые не знающие, и люди, которые знающие, они через некоторое количество времени после начала концерта, они как бы объединяются образно, да, вот, и получают тот энергетический заряд, который, в общем-то, может быть, не скромно, мы преподносим им. Вот, начинается обмен энергетикой. Вот, чем больше мы куражимся, тем больше куражится публика. Ну, в лучшем смысле, я имею в виду, не там бьет там что-то такое, да, дерется, вот, а просто вот энергетически как-то себя там подкрикивает, кричит, там, в конце концов, руками машет, там, и так далее, и так далее. Вот. Это все называется рок-н-роллом, энергетикой, драйвом. Вот. И в каждой стране, в любой стране, в любом городе это происходит. Независимо от того, на каком языке мы поем, на русском там, или не на русском. Мы поем всегда на русском языке. Вот. Но сколько вот мы объездили, и все, всегда все хорошо. Вот. Всегда нас понимают. Вот. Это приятно. Я слушаю, к примеру, с 8 класса эту группу, поэтому как бы уже так, наверное, лет 10 наберется. Но не в этом дело, просто мне кажется, что люди как бы эти постоянно чем-то, ну, как бы удивляют в плане музыки там. И хотя некоторые люди говорят, что постоянно одни и те же как бы вещи там, и то есть не ходят там на концерты. Но я все-таки считаю, что как бы энергетику, которую заряжают на концерте, она как-то передается там, то есть на долгое время. Мои многие как бы друзья забили на это все, сказали, все, на аукцион ходить больше не будем, все, это отстой. Постоянно одно и то же старые вещи типа играют. Вот. Ну как бы я постоянно продолжал ходить. Вот. Ну один, кстати, концерт пропустил год назад, но они к нам 2 раза стабильно ездят в год. Вот. Поэтому как бы я на предпоследний ходил, понравилось, классно, там оторвался. А вот сегодня тоже пришел, там написано «Это мама», тра-ля-ля. Но меня это не волнует. Если бы написано было, что старая программа, я все равно бы пришел. Потому что, ну, не знаю, мне нравится. Мы с вами студенты консерватории, композиторы, и группа «Аукцион» — это и вдохновение, это и любовь, это... Ну, что еще можно сказать? Просто фанатизм, наверное, это немножко нехороший смысл вот в это. То есть все-таки скорее... Вот и атмосфера самого концерта, то есть намного больше напоминает академический, скажем, концерт, чем рок-концерт. И публика, то есть и просто сама, то есть скорее это культ, да, скорее это... Ну, культ. Высокое искусство, вот такое вот, альтернатива высокого искусства в массовой музыке, можно так сказать. Ты просто действительно задумываешься о таких вещах, как альтернатива, андерграунд, что действительно выступает сейчас альтернативом, альтернатива, что является авангардом для современной музыки, аукцион в том числе. Точно так же, как в свое время музыка там, из академических сфер, музыка Веберна, Штокгаузена, Сильвестрова и прочих. Точно так же сейчас аукцион, это непознанное, это замечательно, это интереснейшая волна вообще в современной музыке, которая, ну, до бесконечности можно копать и до бесконечности открывать для себя многое. А среди поклонников группы есть люди совершенно разных профессий. Вплоть до, там, мне кто-то говорил, в нашей самой главной налоговой инспекции серьезный товарищ лет за 40, он фанат аукциона, допустим, да. Или мы были в Ижевске, там внуки Калашникова, они фанаты аукциона. У меня друзья-стоматологи, целая гвардия, там человек 20, они фанаты аукциона. То есть профессия не имеет значения никакого абсолютно. Вот. К нам в Москву ходит человек по кличке Летчик, который... какое-то юридическое лицо, капитан по налоговой инспекции, опять же, тоже. То есть люди разные приходят, и, как правило, они интеллигентные, они добродушные, в общем-то, и, как сказать, такие, не дураки, если можно выразиться. Вот. И крайне редко заметишь, что у нас какие-то стычки, какие-то так вот неприятности, какие происходят, как правило, на каких-то других коллективах, не будем называть. Вот всех их знают. Просто не то, что мы воспитываем, никто не воспитывает, так получилось. Мы вот вышли на сцену, вот так получилось. И к нам потянулись люди, как бы немножко другого, что ли, плана, чем люди, которые ходят, как правило, на концерт напиться, подраться, там, поорать, там, или еще такое. К нам ходят, как я полагаю, слушать музыку, получать драйв, кайф, там, наслаждение и так далее, и так далее.
Солнце ночь проводит там, где месяц проводит мертвый жил у леса, а теперь уходит день хорош, мир хорош, все найдешь, все возьмешь, все вертится. Смотрит строго, впереди так много, все, кого не стало, собрались в дорогу, день хорош, мир хорош, все найдешь, все возьмешь, все вертится. Со мной простился, он землей умылся и ушел по лесу. Он такой родился, день хорош, мир хорош, все найдешь, все возьмешь, все вертится, все вертится, летят журавли. Кричат журавли, дождались, дождались, повезло, повезло, все вертится, все вертится.
Thank you.
печаль моя, то, как быль моя, то, как даль моя. Все успел бы я, что успел бы я, все печаль моя, грусть печаль моя. Да-д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 а
ла ла моя, ла 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 ла. Все печаль моя, грудь печаль моя. Загадывать или планировать, да, мы вот мы еще провыступаем 12 лет и все, и пойдем на пенсию. Вот, а может 13, а кто знает, а может быть, это и сейчас. Вот, поэтому тут трудно что-то говорить. То есть, как говорится, процесс в свое время начался, и процесс идет. Вот, и могут быть записаны и новые альбомы, могут быть какие-то новые проекты возникать, еще какие-то движения. Вот. И никто этого не знает. Никто не знает, что через секунду случится. Вот. Поэтому как бы, на этот вопрос вот, точно я ответить не смогу. С днем рождения нового светлого дня!
Ты смелый, а я такой. Я жду, я слежу за тобой. Три шага, и мы друзья. Кто дома, а дома я? 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 Злая кровь моя весна вернется вновь туда, куда ты так хотела. Ее коней седые гривы укроют травы и обрывы, и унесет под бой часов на белых знаках от бедных слов туда, куда ты так просила. Моя we'll be right back.
билет с огнем играет. Он долго жил, он много знает. И плачет стаи гонщик псов среди ветвей и полюсов. Меня почти что да.